В канун светлого православного праздника Пасхи поздравляем наших братьев и сестер по вере. Завтра мы скажем друг другу: «Христос воскресе!» В ожидании ответа: «Воистину воскрес!» В эти мгновения мы соединимы все, как верующие, так и атеисты, чьи души несут в свое сердце огонь, свет православной религии. Соединимы мы окажемся с теми, кто нес нашу веру веками прошлыми, и соединимы мы обязательно с теми, кто придет на нашу землю после нас. В этом наша непобедимая сила –